Всем привет! Сегодня сажаем помидорки. Сейчас покажу самый быстрый способ и самый легкий. Тут у нас буйство винограда. Виноград, конечно, занял всю теплицу. Рассады просто море. Вся толстая, хорошая. Сейчас начнем. Я тут уже несколько посадила. Дай покажу, как это все быстро. Как сажаются помидоры? Очень быстро и легко. В лудочку насыпается щепоточка золы. Буквально несколько гранулочек суперфосфата. Все это дело замешивается. Достается помидорка, предварительно пролитая. Сажается. И поливается. Вот. Поливается, самое главное, теплой водой. А сухой земелюшкой присыпается. И сверху уже ничем не поливается. Собачка хочет сажать помидорки. Вот и все. Ага, еще одну прощелкали. Мне не побитый ведь. Ну, вот и все. Самое главное теперь сказать волшебное слово. Растите с Богом. Ну,
тут еще надо дырочки поставить. И все. И посадка закончена. Ну вот, как-то так получилось. Все замечательно. Все торчком. Да, конечно, виноград съедает у меня место. Ого-го. Пол парника остается, вообще не посаженных. Вот еще перцы надо все рассаживать. Виноград. Рассказываю про виноград. Вот это вот уже соцветие. Зеленый большой, красивый. Это сорт Алешенькин. Третий годик ему сегодня исполнилось. Растет. В прошлом году очень хороший урожай уже был. В этом году, надеюсь, еще больше будет. Этот сорт называется у нас Любава. Он немножко попозже. Не такой уже раскрытый. Но все равно уже весна-весна. Вот. Вот это вот черенки этих виноградов. Все красивые, зеленые. Гортензии тоже с черенков осенних. Ну, тут лук-дурак растет. Как всегда, куча рассады осталась помидорной. По соседям пойдет. Вот еще гортензия красавица. Вот еще гортензия. Оказывается, она настолько легко черенкуется, а мы ее, дураки, покупаем в магазине по 500 рублей за палочку. Абсолютно этого не нужно. Свою палочку ткнули в землю, и получается вот такой кустик. Ну что, все показала. Помидоры посадила. Следующий этап. Надо срочно сажать перцы. Погода испортилась. Холод собачий. О, еще сельдерюшка тут у меня. Вон какая большая. Все надо сажать, сажать. А погода не позволяет. Ну что, на этом всем пока-пока. Надеюсь, было полезно вам посмотреть, как это делается просто, легко и быстро. Всем пока!